В общем, все. Ну и вот девушка... Нихуя не проедет. Прямо по истечении этого срока они визы не продлили, и вот их высылают насильно в Нигерию. Вот это придурок, а? Видите, какая штука? Я вот не хочу обсуждать с тобой социальные проблемы, два с половиной. Я про людей хочу. Два с половиной мало. Ну смотрите, я про этих из Нигерии. И про каких же... Давай!